В Ульяновске побывал ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста. Перенесение святыни состоялось в рамках выставки форума «Радость слова». На архиерейских богослужениях у мощей великого святого побывали наши коллеги. Спасо-Вознесенский кафедральный собор перед началом всеночного бдения был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Иоанна Златоуста. По традиции, в те города, где проходит форум, приносятся чтимые святыни. Ковчег доставил в кафедральный собор Симбирской епархии председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Климент. 12 марта митрополит Калужский Боровский Климент, митрополит Симбирский Новоспасский Лонгин, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликесский Чердаклинский Диодор совершили божественную литургию и по ее окончании славление святителю Иоанну Златоусту, мощи которого пребывают в соборе. Митрополит Климент передал духовенству и мирянам Симбирской митрополии благословение святейшего патриарха Кирилла, а также поблагодарил всех, кто участвовал в организации выставки «Радость слова на Симбирской земле». Он напомнил, что в названии выставки «Радость слова» оба слова пишутся с большой буквы.